Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Ой, Бабян! Здорово! Салам алейкум! Олег, салам, чучмек! Ты что тут забыл? Ты чучмек мелкий! Ты с каждым днем все меньше и меньше! А что у тебя за цвет машинки, девчачий? У меня, смотри, красный, значит, гоночный, крутой, пижонский, Бабян! Цвет по носу у тебя машина, блин! Слышь, понял меня? Я тебя сейчас как на таран возьму. Слышь, за такие слова! Не... Знаешь, что я вообще... Ну все, ты допрыгался. Я сейчас брату своему позвоню, старшему. Он сейчас приедет, я... Люлей надает, ты да понял конечно, меня? Ничего да не конечно, будет, звони да кому конечно. Хочешь, звони. Звоню. Ага. Алло, Андрей, приезжай сюда, на точку, меня прессуют. Давай быстрее, жду. Какой Андрей еще приедет? И кто какой? У тебя старший брат? Биг Сайз Андрей его кличка, слышал? Какой Биг Сайз? Биг Сайз. Ага, конечно, Биг Сайз. Я не боюсь ни твоего брата, ни тебя. Мне вообще пофигу. Вон он, смотри, едет. Вон он, крадется. Ё-моё, Бабян. Кобзда тебе. Бабян, извини меня, пожалуйста, прости. Извини, пацаны не извиняются. Прости меня, пожалуйста. Брат Андрей. Простите, пожалуйста, меня. Чё у вас тут происходит? Чё вы от меня от работы отвлекаете? Вы, малышня. Он меня обижает, он меня обижает. Да он это, сам нарвался. Он сам нарвался. Я не стоял, отдыхал. Он сам нарвался. Мистер Андрей, брат большой, простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Вы сейчас оба у меня получите. Вы, малышня, блин, отвлекаете меня от важных дел. Бабян, ну ты получишь. Ну что ты наделал, Бабян? Теперь он... Он злой на нас двоих. Извинись, ты он нас прощает. Это ты если все, ты же позвонил не ему. Не обманывал, ничего не говорил. А если... Я бы не звонил бы ему. А если... А вот извиняйся теперь, твой брат, вот ты сам говори с ним. Я не извиняюсь, знаешь, пацаны не извиняют. Извините нас, большой брат. Извините, Андрей, мы поехали. Его прощаю, вы я меня уехал. Бесите, я вас сейчас раздавлю всех обоих. Поехали, валим, от него. Бабян, в рассыпную, братишка. Лекарный бабай, блин. Я вас сейчас раздавлю. Босик, опа. Мы уезжаем. Бабян, мы надурили этого фрика! Я сейчас вас надурю! Нормально! Опа, Бобис, я его обманул! А ты где, Бабян? Бро, я уже сваливаю по кустам! Блин, по каким кустам? Я не знаю, я заносит, блин, куда. Блин, Бабян, вала! Сейчас ты попадешься, блин! Нет. Ага, куда? Иди давай к своему братишке! О, Бобис, к тебе еду! Слышь, я бро, вижу тебя, кажется! Бро, закрутило, блин! Да мне тоже крутит дверь тебе, то он не понимает, как ездить, Бабян! Я сейчас тебя раздавлю! Бабян, я до тебя еду! Я закопался, бро! Бабис! Я раздавила! Бабис! Меня приплюс! Бабис! Помоги мне! Бабян! Я могу ехать, но я сплющенный! Я как таракан! Я поехал! Бабян! Бабян! Помоги! Все, бро, я свалю, давай, пока! Помоги! Бабян! Далеко не уйдешь, иди сюда! Бабян! Нет! Ну вот надо было тебе, Бабян, старшему брату звонить, а? Скажи, пожалуйста. Ну ладно, ты не серчай, извини, блин. Я еле машину восстановил свою, он меня чуть не убил, ты понимаешь, Бобис? Понимаю, бро, понимаю. И ты понимаешь, что теперь он не твой старший брат, он и тебя теперь ненавидит из-за того, что мы отвлекли его от работы. Этот да огромный гигантский монстр Бигфут Андрей. Вот так вот, Бобис, и все, и из города нас выгнали. Теперь что нам делать с тобой, а? Я не знаю, бро, он тут, блин. Ё-моё, Бабян. Капец. Ну чё вы думали, уйдете так от меня, малыши? Теперь я за вами буду гоняться до последнего. Слушай, да отвали уже от нас, Бабян, ну скажи ему. Реально, иди нафиг от нас. Мы в горы уйдем жить, мы от тебя на горы уедем, на горы, Бабян, давай. Валим, давай, валим. Давай, попробуй. Индустриополис. Хорош, Димон, я его объехал. Красава, Бабян, давай на горы. Найс. Бабян. Бабян, ах, блин. Едем до горы, я Бабян! Я вас сейчас поймаю! Бабян, едем до газуем, горы! Газуем, Бабян, бро, газуем! Он там суетит что-то, давай, газу, на гору поехали! Нормуль! Во, здесь, Бобис, оторвемся! Ты, Андрюша, нас здесь не догонишь на своей колымаге вонючей! Натуре, блин! Кто сказал, что я вас не догоню? Едь, Бабян, мы для него бро, словно еду, тараканы, еду, ты еду, понимаешь? Еду. Он как тигр на охоте! Бабян! Я тигр и не мы как мыши! Бабян, мы как мыши для него! Бобис! Бобис! Бабян! Меня тоже раздавил. Далеко не уйдешь! Гад какой! Маме, пожалуй! Еще разочек сюда, на сбивочную!
Ну что ж, ребята, всем здорово! А с вами по-прежнему Верфони Бобби, и добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием BMG Drive! Всем огромный привет, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут угарные гонки, гонки-погони. Сегодня у нас будут даже, так сказать, кошки-мышки. Маленькие микротачки будут уезжать от огромных бигфутов, супермонстров. Вы только посмотрите, друзья, разницу в размерах. Мы даже меньше микроколеса этого огромного бигфута. Чтобы уехать от такой машины, друзья, нужно будет очень постараться. Так что смело ставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нам с парнями будет безумно приятно. Парни, давайте продемонстрируем, как на самом деле выглядит очень маленькая наша машина по сравнению даже с обычной версией. Сейчас, ребят, я вам покажу. Вот так, друзья, выглядит обычная версия Пегиона. Вот она. Она даже по сравнению с Бигфутом, в принципе, сопоставима. Ну, как бы нормально человеческая. А это прям микро-микро тачки. Прям супер-супер маленькие. И вот на них реально будет очень сложно уехать от огромного монстра на колесах. Так что, друзья, поддержка нужна в комментариях, самая лютая, правильно, Бобян? Ну, конечно, конечно. Поддержите, поддержите маленьких. Ну что, Бобсик, все, можем, в принципе, ехать, друзья. Давайте, погоня начинается, погнали, Бобян! Давай, пока! Я вам сейчас фору дам, маленький. Чего? Let's go, let's go! Бобян, ну что ты в кусты какие-то? Я в землю ушатался, блин. Какую землю, Бобян? Да, блин, зомби раздавил уже. Ё-моё! Бобяна уже переехал, Андрюха. Но я еду, ребят. Я, Бобян, за тебя буду бороться, братишка. Давай, бро, борись до последнего. Так я борюсь, пульса. Бобян, до конца. Борись. Я иду как до конца. Как борешься? Бро, он за тобой едет. Бобян, я знаю, я сейчас между колесами. Он сейчас перевернется. Бобян, я умер. У меня не получилось, Бобби. Он не почувствовал. Как же долго маленькая машина едет. Ребят, вспомните, мы на этом спуске смерти за секунду доезжали, блин, чуть ли не до самого конца. А здесь так долго я ехал. Ну ничего, сейчас со второй попытки, блин, точно получится. Ну давай, вторая попыточка, поехали. Готов, андроид? Мы лично уже газанули. Да я вижу, вижу вас, маленьких. Вы не уйдете от меня. Бобян, не отставай! Бро, не отстаю, Дурилкин, газуй сильнее! Бро, я газую, газую. Со всей силы газую, Бобян. Со всей силы газую. Со всей силы газуй. Бобян, он уже едет, у меня мотор 18-19 км в час раскручивает спидометр. У меня почему-то показывается 1. Это мега скорость, друзья. Мега скорость, 18 км в час. Микротачки едут, едут на спуске смерти. Вон он, огромный бигфут там приближается к нам. Катится, неплохо. Катится, катится, Бобян. Бро, как мы это перелетим штучку? Бобян! Сюда! Он мимо меня проехал! Я почти ускорился! Я выжил, выжил, выжил! Как ты выжил? Сейчас на колеса встану, буду жить! Бобян, я умер! Все, я умер, Бобян! Ну ты едь за меня! Еду, еду, бро, как здесь, Бобян? А как? Смотри, перепрыгну, не очкуй, смотри! Бобян! Оба! А как нам перелететь? Мне кажется, мы не перелетите. Оу, щит! Че вы там, сдавайтесь! Вы не перелетите эту речку вообще никогда в жизни! Перелететь не перелетим, но мы переедем, да, Бобян? Да, у нас есть стратегия, бро! Поехали, Бобсик! И мы ее придерживаемся. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Поехали, Бобян! Ох, вы меня заинтриговали! Едем, едем, Бобис. Короче, друзья, придумали мы там кое-что, чтобы проехать дальше. Попробуем от Андрюхи удрать и урваться. Едем! Газу, джазу, гоним! Бобян, ты как там? Бро, я еду. Нормально все? Мне кажется, он сейчас попадет в мою ловушку смерти. Блин, иди сюда, Бобян. Я еду, еду, блин. Едешь, едешь? Я тоже еду, Бобис, я тоже еду. Там уже сейчас будет водопад, Бобян. Как там? Осик! Бобян, у меня над головой все в порядке. Нормально, бро, блин, нормально, меня шатает, еду, еду. Меня шатает, я не успеваю. Там Андрюха разгоняется, друзья. Бобян тоже едет. Так, ну что, ребят, вот водопад. Сейчас будет самый ответственный момент. Сейчас самое главное доехать. Так, тут наша с Бобяном тактика. Бобян, сейчас скажу, сработает или нет. Давай, бро. Бобян. Бобян. Ну что там? Бобян, тактика работает. Работает? Да. Не понял, как только ты пересек реку. Только ничего страшного, бро. Не сработало, я в дырку попал. Ну-ка, едь ты, Бобян, может у тебя получится. Еду, еду, бро, еду. Я слишком маленький, там на скорости надо, иначе в дырку попадешь. Я на скорости, бро, еду. Бобян, там, ребят, маленькая дырочка, я думал, мы проедем. Вот-вот дырочка. Пролетел! Еще одна! Хорошо, хорошо! Я тоже проехал! Домой, бро! Я Андрюха еду едет, туда, бро! Ему вообще пофигу на эти дырки! Бобян! Бобян! Что происходит? Бобян! Бобян! Ай, блин! Бобян! Он тебя я переехал! Между проехать!
Ну что, друзья, теперь я стал огромным монстром. Скорая помощь, пожиратель, мега-монстр, эмбуланс, fire rescue. Парни, теперь я буду охотиться на вас. Теперь я кошка, а ну, вы пока мышки. Давайте, ну что, парни, 3, 2, 1, поехали! Кошки и мышки начинаются. Пошла гонка! Домой? Я поехал еще. Домой? Понимаю. Домой? Бабян, ты думаешь, ты спрячешься там? Понимаю. Нет, Бабян, ты не спрячешься. Бобби. Спрячусь, почему? Куда ты? Обижаю, Бабян, обижаю. Оп. А че? Бочком. А че, Бабян? Заходи в туза. Бро, я застрял. Какого туза еще входить? Ну это, там пространство между колесами. Последний. Бро, я застрял. Бабян, последнее слово. Пощади. Давай домой. Пощади. Домой! Переехал, парни. Ну это было что-то как-то изи. Давай домой, Дима. Давайте еще одну попыточку вам дам. Бабян, давай нормально подраскидаемся. Давай, бро, я уже уехал. Парни, даю вам фору 5 секунд. Раз. Спасибо. Два. Три. 4, 5. Я пошел. Ребят, их не вообще вопрос. Не видно. Они настолько маленькие, что я даже не могу разглядеть их на дороге. Еле-еле. Как же он не едет? Бабян? Как же Бабян не едет вообще? Опа! Андрюша, переехали. Ой, как Андрей не едет. А ты, Бабян, почему не поехал? Потому что меня закрутило. Закрутило, завертело. Андрюша уже умер. Она меня раздавила. Андрюша тоже домой отъехал. А ты живой, Бабян? Нет. А, ты мертвый уже? Ну ты ж меня первым раздавил. Почему? Я думал, я над тобой проехал. Нет, а я попал? Меня раздавил, я даже и не заметил. А ты слишком здоровый, блин. Ну чё, поехали, Андрей. Поехали, Денис, вперед! Давайте, парни, Надеюсь, в пору. Ты этот раз проедешь нормально. Бабян, едет. Вах, суета. Едет, Бабян. Нормально. Бабян, тулит. Ладно, Бабян, не мучайся. Не мучайся. Да блин! Бабян, не мучайся. Да я хорошо сейчас ехал. Он ехал прямо. А что это для тебя происходит? А давай, домой! Домой! Андрей, давай! Разложился-то какая! Сейчас бы скайпом разложился на МКАДе. Бабян! Здравствуйте! Ой. Андрей, ну, я смотри, капец, что он делает. Здесь пожиратель. Давай домой. Не едет, не едет. А тут мост. А тут мост как проезжать будешь? Нормально проеду с кайфом. Он нормально. Он нормально его проехал. Нормально закрутило, слышишь? Только закрутило. Сейчас остановизируюсь. Шеф, домой! Не поймаешь меня! Я пижон, домой! Давай! Пижон, посмотри назад! Че ты там не доедешь за меня никак? Опа! Мышка проехала норку. Ты, мышка проехала. Сейчас, ребята. Норку, подожди. Сейчас моего. А что ты делаешь? Наедь вниз. Подожди. А что у меня с машиной произошло? Все, смерть пришла. Что у него подожди, там? Так, я еще твой... могу выйти из машины. Он едет. А, нет, все, ты еще едешь? Он да, еще... Шесси, я еду. И как ты меня объедешь? А и как? Да задави ты его уже! Как ты меня объедешь? Я сейчас что-нибудь придумаю. Никак. Здесь твоя смерть. Пижон! Здесь твоя смерть. Подожди. Дай я проеду. Ну ладно, едь. Давай, я не двигаюсь. Ну не двигайся, все. Вот я сейчас отъеду, едь прямо. Ну подожди, мне надо где-то минуту, чтобы все, ты едешь? А ну что я вроде еду. Я вроде танцую нормально. Так все, так ты приехал, Андрей. Да ты же не можешь ехать. Смотри, едет, крутится. Давай, Димон, что ты мне что-нибудь сделаешь или как? Или я проеду мимо тебя? Проедешь, я думаю. Да подожди, же не получается мне ты проехать. Походу он уже все, не может ехать. Вон он крутится. Да нет! Кругицы! Надо... Кругицы! Крутятся! Кругицы! Ты хотел проехать монстра? У тебя это не получится. Ну что, был я маленьким пигеоном, а стал большим пижоном. Ну чё, друзья, в общем, Бабян взял такую же машинку, как у нас, только у нас микротачки, микрокары, а у Бабяна гигатачка. Гигача. Огромным монстром, сильным, чёрным. Короче, друзья, Мега Бобби сейчас поедет за нами, а мы с Андрюхой попробуем от него удрать. Ну что, Бабян, дай нам, пожалуйста, немножко форы. Давайте даю. Раз, два, три. Поехали, Андрей. Поехали, Димон. Он нас не догонит. Фрик! Я жив! Андрей, я жив! Я жив! Полетел, дурик! Я еще взорвался! Давай, Бабян, у тебя не получается даже нас остановить! А я еду, Андрей, садись ко мне! Я сел тебе, брат. Следи за мной. Оп,
Надурили таракана, четыре кумпола. Объезжаю его, этого огненного огонщика, призрачного. Эть, орёт, орёт, орёт! Эй, Бобян, дурилкин, прыгает! А куда попрыгал Бобян? Нормально, нормально, Андрюх, как думаешь, это шанс приехать? Это шанс, Димон. Я еду, брат. Только осторожно, осторожно, Етя очень сильно это подкидывает. Меня? Да. Опа, Бобянчик, ну чё там, нормально всё, живёшь? Да, бери бро! Левее, 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 брат. Брат, беру левее. Взял. Тут главное иначе на скорости. Пролетишь, там дырочка, там дырочка. На скорости дырочка. Надо проходить, на скорости. Это, я это уже правда. В эту дырку попал. Дело. Нужна даже скорости была, у тебя её не было. Гад на Бобисе убил, переехал. Да. Димон, давай, поднажмем и свалим от этого Бибиса. Давай, натужимся и поехали под натугом. Давай, давай, пока, жуй пыль. Жуй пыль, Боуси, Боуси, жуй пыль. Андрюх, он едет. Он едет. Я понимаю, что он едет. Как далеко нам ехать, ребят? Ну мы справимся, Димон. Так, 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 Андрей. Я не справился, Димон. Андрей, ты что, умер? Я умер, да. Я умер жестко. Ты умер? Блин, я попробую, Андрюш, за тебя биться до конца. Димон, большая ошибка заезжает на землю. Что происходит? Да я не вижу, блин. Да я сейчас. Сзади? Я на дорогу. Где сзади? Я спереди. А, он спереди. Как тебя в разные стороны заносит, Димон? Кого? Разноси, заноси. У меня там что происходит вообще с машиной? Бобян, давай же пыль. Андрей, меня носит туда-сюда. Меня поносит. Как это не проеду? Я Шумахер, у меня номера Ашмахер. Ты что, Шумахер? Андрей, как думаешь, у меня есть шанс? Разведи, разведи его, есть шанс. Есть шанс, ложка? Шанс есть, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, так, Андрюх, еду уже на скорости, он далеко там? Делаешь, делаешь, он очень далеко. Далеко? Димон. Так, тут дырки, ребят, пошли. Он дальше, чем ты думаешь. Проехал. Проехал. Еще одну. Скажу тебя в белом танце кружит. Оу, щит, еду, друзья. Гоню, Бобян, давай домой. Вот это, у меня колесо оторвалось. А все. У тебя там все оторвалось. Андрей, я победил. Ты победил, ты доедешь до конца. Или он зарвал до какого конца? Мы будем ехать тут год или 10 лет мы будем ехать, друзья, до самого конца. И я еду, Андрюша, сиди со мной. Мы в кайфе. Я сижу с тобой, тут, правда, слишком тесно, я тебе так скажу. Нормально. Бобян, ну что там? Да я все уже вылетел. Все, упал. А я вот, друзья, еду на кайфе. На чили, на расслабоне, от Бобби вместе с Фони. Ну что ж, друзья, вот такой ролик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Мы желаем вам хорошего настроения, хороших каникул. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока! Бай-бай, дорогие друзья! Это чуваки!